Деятельность представителей Россотрудничества в Абхазии предполагает реализацию проекта в сфере российско-абхазского образовательного, культурного, молодежного и научного взаимодействия, а также направлена на подготовку и реализацию гуманитарных проектов. Один из наиболее важных проектов – осуществление культурно-образовательной экспедиции. Проект проходил в Абхазии с 22 по 25 мая текущего года. В экспедиции приняла участие руководитель Российского межрегионального движения «Евразийский народный союз» Татьяна Полоскова. Деятельность Евразийского народного союза также направлена на реализацию гуманитарных проектов. Представители Россотрудничества посетили Гудаут, Угал и Сухум, в частности, Абхазский государственный университет. По словам члена культурно-образовательной экспедиции Татьяны Полосковой, для осуществления гуманитарных проектов в Абхазии необходим комплексный подход. Если, например, мы договорились, что у нас в Гальском районе будет создана постоянная площадка блогеров, значит, соответственно, она должна переезжать и по другим районам. Если мы договорились, что у нас в том же Гальском районе, мы там просто вчера были, поэтому свежие воспоминания, мы будем раз в год проводить фестиваль короткометражных фильмов, значит, в нем должны участвовать представители всей Абхазии, кому эта тема интересна. Если, например, у нас приезжает коллектив из России, вот в рамках Дней знаний мы направляем очень интересный коллектив, это молодежная рок-балалайка, которая недавно получила самые высокие оценки от западных рокеров, то, соответственно, они придут не в один район, а в 4 района. Много работы было проделано и совместно с представителями отдела образования Гулрыбского района. Мы неоднократно проводили ряд мероприятий на разных площадках Абхазии и надеемся на то, что будет проходить и дальнейшее продолжение нашего сотрудничества. Наши творческие коллективы радуют наших же жителей и наших гостей своими выступлениями. Благодаря тому, что мы показали свое мастерство, нам выпало огромное внимание со стороны Татьяны Викторовны. Мы буквально вот на днях начинаем пошив новых костюмов для хореографических коллективов. Кроме того, в конце августа текущего года планируется оказание гуманитарной помощи Ачимчирскому району, обеспечение новыми школьными формами детей из малоимущих семей, ортопедическими матрасами инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Также в планах весной следующего года проведение первого международного фестиваля культуры в Гагре. По словам представителей Россотрудничества, каждый район в Абхазии заслуживает отдельной и большой программы. Гугуса Варданяй, Нала Гухава, Абхазское телевидение.